Всем привет! Сегодня будем готовить кукурузные трубочки. Для этого нам понадобится кукурузная мука, кефир, творог, 2 вареных яйца порезанных, 1 сырое яйцо, разрыхлитель и соль. Сначала смешиваем все ингредиенты. Замешиваем тесто и формируем небольшие колбаски. Разогреваем подсолнечное масло. На тарелку выкладываем бумажное полотенце, которое будет удалять лишнее масло. Обжариваем трубочки. Блюдо готово. Приятного аппетита! Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.